Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily. Сегодня, 5 марта, мы расскажем вам о доске для презентаций от Microsoft, новом фотоаппарате и необычных часах, а также о том, что детям не стоит доверять хранение больших секретов. Исследовательская лаборатория Microsoft продемонстрировала одно из своих изобретений — Sketch Insight. Это специальная программа для проведения интерактивных презентаций. Она позволяет изобразить заранее введенные данные в виде различных схем и диаграмм. Во время демонстрации пользователь может сам рисовать фигуры, которые будут использованы Sketch Insight на графиках. Прототип программы Microsoft покажет на мероприятии TechFest, которое пройдет на этой неделе. Nikon анонсировала Coolpix A — фотоаппарат премиум-класса с большой матрицей формата APS-C. Устройство использует сенсор с разрешением 16 мегапикселей и объектив с фиксированным фокусным расстоянием, эквивалентным 28 мм. Аппарат позволяет снимать Full HD видео с частотой 30 кадров в секунду. Nikon планирует выпустить Coolpix A в двух цветовых вариантах — черном и сером. Ориентировочная стоимость фотоаппарата — $1100. Samsung запустила новую рекламную кампанию, посвященную скорому анонсу Galaxy S4. Мальчик по имени Джереми получил коробку с заветным устройством, предварительно подписав документ о неразглашении информации. Однако даже дети умеют пользоваться Твиттером. Через несколько часов после появления ролика в сети обнаружили возможные технические характеристики телефона. Видимо, Джереми плохо умеет хранить секреты. Говорят, Galaxy S4 будет обладать Full HD экраном на базе Super AMOLED матрицы. К сожалению, его диагональ неизвестна. Смартфон будет поставляться с 2 гигабайтами оперативной памяти, 13-мегапиксельной камерой и OS Android 4.2. Потребитель сможет выбрать аппарат с 16, 32 и 64 гигабайтами встроенной памяти. Официальный анонс Galaxy S4 намечен на 14 марта. Компания Tokyo Flash представила новую модель наручных часов — Kisae X. Как и многие продукты японского производителя, новинка создана по концептам, присланным пользователями. LED-экран выполнен в 3 цветовых схемах — синий, зеленый и красный. Лицевая сторона часов представляет собой приплюснутую пирамиду. Стоимость Kisae X составляет $99, однако уже с 7 марта она возрастет. С этими часами ответ на вопрос «Не подскажете, сколько времени?» может вызвать определенные трудности. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Больше интересных новостей ищите на страницах портала 3dnews.ru.